Прекрасные хозяйки, заботливые жены, любящие бабушки, мастерицы на все руки. Охарактеризовать так можно всех без исключения участниц конкурса «А ну-ка, бабушки». Он прошел в Чистополе в первый раз и организовало его местное общество инвалидов. И сегодня наши прекрасные женщины, прям даже бабушке-то сказать не надо, они такие красотулечки, такие прям самые любимые, самые очаровательные. Мы желаем всем счастья, и мы покажем, и докажем, что мы самые лучшие, что мы можем и то, и другое, и третье. И мы приглашаем сегодня на это прекрасное вот шоу вас. Всего 9 женщин, активных членов городского общества инвалидов, мерились талантами и демонстрировали свои безграничные возможности на сцене молодежного центра. Своими выступлениями они, веселые и позитивные, положительно заряжали весь зрительный зал, который, в свою очередь, отвечал им громкими и бурными аплодисментами. Встанем мы на лыжи, сбегаем в лесок. Кто сказал, что с деда сыплется песок? Он со мною рядом, он всегда меня влюблен, рядышком со мною молодец он. Кроме первого этапа конкурса, где прекрасным участницам было необходимо рассказать о себе, своих достижениях и увлечениях, бабушкам предстояло выполнить еще несколько заданий, в их числе творческое состязание. Его суть – продемонстрировать свои таланты в рукоделии. Также показывали конкурсантки свои кулинарные способности, исполняли для внуков колыбельные и отгадывали загадки. Справились с заданиями абсолютно все участницы, но конкурс есть конкурс, без победителя в нем не обойтись. Удача улыбнулась Татьяне Межаревой, активной участнице практически всех спортивных, интеллектуальных и музыкальных соревнований, проводимых обществом инвалидов.